сука, врыли, Вот эта бочка. Вот эта бочка. Давай офис закрывай. Подожди, я вещи там возьму. Пацаны, вот там этот, я не снял, противно было снимать. В общем, там, блядь, говорят, конкретно двое людей. 5 человек там погорели, блядь, вообще страшно, да? Поэтому не снимал. В общем, короче, вот то, что горит. Взрыв будет.